Давайте вместе помолимся еще. Да. Ко Пресвятей, Пречистой, Преблагословенней, славней, Владычес нашей Богородицы, Пресной Девы Марии, помолимся. Пресвятая Богородица, теплая наша заступница и спасение всем, призывающим Тя, неимы мы иные помощи, разве Тебе? Владычица, Ты бы есть едина надежда и упование наше, не презри слез наших и не отрини усердных молений, но спаси от смерти и от бед сохрани воинов наших на поле брани сущих. Укрепи их дух, утверди в заповедях Сына Твоего, умножи в них веру, просвети ум, дашь мужество в бранях, да непорочно, исполнивши ратное служение, целые невредимы возвратятся в дому своя и прославят Пресвятое имя Отца и Сына и Святого Духа и Твое милостивное заступление. Аминь. Большое спасибо, отец Феофилакт.